Из города Харьков наша следующая гостья Елена Берлизева. Встречайте. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Добро пожаловать. Мы рады, что вы с нами. Я тоже рада. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Вам 73 года. 27. Ой, в России я перевод. Не хватает до 100. 27 не хватает до 100. Мой молодец. Хорошо, вы сама знаете, зачем скажет? Я сама знаю, прошу. Значит, вы, ну, наверняка уже пенсионер, да? Да нет, только на бумаге. А так работаете? А так, да, конечно. Пашете? О, да пашу с усей силы. Як там дела в Харькове? Харьков цветай пахнет. А пахнет нормально хоть Харьков? Да, еще як пахнет, еще як, да. А бы только нюхал. А ваше хобби, скажите? Ой, та хобби у меня много, та, ну, одно та возможности мало. Хобби одно просто записала. Ну, Дим, я по твоей просьбе, значит, решил, да? Значит, а хобби написано, люблю 40 градусов. Да только не мороз. Люблю, не, я 40, то есть вы любите? Люблю я 40 градусов. Да вы понимаете, я за свой счет я не люблю. А за ваш счет я бы с удовольствием. Елена Дмитриевна, ну так, так чтобы за чужой счет, это ж надо идти на свидание. Так, пожалуйста, сейчас и ты. Чекали. Не мы, Дима. Дима. А, Дима я... предложил. Дима. А, Дима так махнула руками, что... А, Дима, не. Знаю его. Не пойду. Не, я с Женей. Вот Женя мне нравится. И я с Женей. Возьмете в Харьков Женьку? Да? На руках отнесу, на руках отнесу. То есть не деньгами мы вам Женька отдадим? Заберу, на руках отнесу. А ну, на самом деле, жаль, я люблю женщин в возрасте. В Харькове таким нам нужны. Ладно, нам нужны такие. Я и каждый день себе это говорю. В Харькове нужны такие, как Женя. Ладно, Елена. Да уж. Знаешь, Женя, мы за тебя все решили. Сиди. Я уже понял, да. Елена Дмитриевна, мы сейчас предлагаем вам взять одну минуту для того, чтобы заставить комиков смеяться. Вы готовы начать? Смеяться, чтоб смеялися. Чтоб смеялися, конечно. Женя, а ты что? Под козырю. Ты мне смотри, а то будешь у Харькова так накажу сразу. Елена Дмитриевна. За тебя серьезно взялись. Я хочу вас попросить, вы, пожалуйста, не останавливайтесь и... А с кем останавливаться? С кем останавливаться? Вопросов у меня больше к вам нет. У вас минута, пожалуйста. Правильно, не надо мне. Так, я вам песенку спою. Как у нашего соседа собиралась беседа, развеселая. А как все перепили, да меж собой передрались, перецарапались. Что это такое? А еще... Нет, Дима, она просто взяла. Это было нечестно. Просто нечестно. Елена Дмитриевна своему суженому взяла, вдруг язык стала показывать. Ну, это я любя. У нас я высокие понимаю. Отношения. Елена Дмитриевна, мне неловко произносить эти слова, но языком вы заработали 1000 гривен. Як він тут сидить? Звідси ж нічого не видно. Да, хтось знає учасників в обличчя, а хтось... Ага, в потилицю. Елена Дмитриевна, есть, вы заработали 1000 гривен. Вы хотите забрать эти деньги или посражаться за 5000 гривен? Да я ж не доспевала вам песню. Это же еще не все, я же не доспевала. Елена Дмитриевна, если комики не засмеются, вы потеряете деньги, которые заработали. Ну так можно, я до конца доспеваю. Жень, да не обращай на него, скажи, можно? Пожалуйста. Вот. Нет, подожди, вы готовы? Твоя спрашивает. Я причем, я сосед. Елена Дмитриевна, а другие шутки у вас есть? Ну, я же вам хочу доспевать песни. Я... На чем я остановилась, ребят? На чем я остановилась? Как они собрались, да? Собрались. Елена Дмитриевна, ну, я вам еще одну минуту даю, но я вас предупреждал, если комики не засмеются, уйдете без денег. А, не, дурак и поженилась, не треба. Тогда забирайте 1000 и уходите. Хорошо, забирай, ну, я вам доспеваю все равно песню.
Ні, значить, так не пойдет. Ні, подождите. Та я вже без грошей хитренько вам заспіваю. А вже безплатно, вже багата женщина вже. Та у мене грошей кури не клюють. Я по них ходю, ноги витираю. Подождите, Елена Дмитриевна, подождите. Но песня-то наверняка смешная. Возьмите еще минуту, выиграйте еще больше. Ага, одурите. Так а тогда не хотим мы слушать вашу Женя, ты единственный, кто имеет влияние на эту женщину. Я понял. Объясни ей, что если... Дима вас спрашивает, вы хотите заработать 5000 гривен? Не хочу. Понятно, что хочет. Да, но для этого есть, кроме этой песни, еще другие шутки. А я же вам теща не доспевала. Елена Дмитриевна, вы заработали 1000 гривен. Уже эти деньги... Подождите, у вас. Если вы хотите продолжить ваше выступление, спеть песенку. Хорошо. Мы включим еще одну минуту, но если комики не засмеются... Хай попробуйте-ка. Вы потеряете 1000. Вы понимаете это? Я понимаю. Вы продолжите выступать? Жень, наступаем на ногу и скажи, что же. Наступи Диме на ногу. Так, ну поехали, да? Поехали. То есть... Вот, значить же ж вони як, перецарапалися, да? А у тетушки Акуліни глаз подбитий без причини. Удивительно. А у дядюшки Панкрата с носа шкура вся содрата. Устрашительно. У меня ощущение, что нас отпевают, Дима, просто. За наши же деньги нас отпевают, ну правда. Ну. Витбат! Супер! Вы выиграли 5000 гривен. Ой, хорошо. Я их и в жизни... Елена Ильич, берите деньги, идите с Богом. Уговорили. Ладно. Но песню все равно допоют. Ладно. Стойте. Так. Забирайте. Забираю. Елена Дмитриевна, подождите. Забираю. Стойте. Забираю. Елена Дмитриевна. А еще песня есть? Да. Слушайте. Ну, это же я... Зачем вы мальчик? Стойте. Это уже я так. Так нам не интересно. Это я им подарок. Это я своим ребятам. Не надо нам подарков. Давайте я еще раз секундомер включу. Не, боже сохрани. А то я вас знаю. А твоя-то экономная. Да. Елена Дмитриевна, вы выиграли 5000 гривен. Поздравляю. Понравились комики, мне очень понравились, молодцы. Дай Бог каждый день так.